Мы подтвердили нашу позицию о неприемлемости любого насилия, о неприемлемости нанесения ущерба и причинения смерти мирным гражданам, на какой бы стороне ни находились, неприемлемости взятия в заложники женщин и детей. И Лига, и Российская Федерация параллельно, практически в унисон, призвали к немедленному прекращению любых боевых действий, любого насилия и к переходу к переговорам. Мы глубоко озабочены тем, что погибли сотни израильтян и палестинцев, раненые исчисляются тысячами, и сектор Газа объявлен целью ответных операций со стороны Израиля. Идет достаточно серьезное брожение и на западном берегу реки Иордан. Конфликтный потенциал накапливается и на ливано-израильской границе. Но палестинская проблема не может больше откладываться, и решения ООН должны выполняться. Мы считаем, что здесь Лига арабских государств может сыграть определяющую роль в комплексном оздоровлении региональной обстановки, поощряя эти процессы и продвигая практические шаги по созданию палестинского государства. They are standing here. I will sort of expel them.